текущей ситуации в Нагорно-Карабахском урегулировании. Мы получаем тоже большое количество вопросов и запросов и просьб о комментарии. Содействие сторонам в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, относящееся к числу российских внешнеполитических приоритетов, постоянно остается в центре внимания Министерства иностранных дел России. Эта тема подробно рассматривалась в ходе официальных визитов в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана в апреле-мае этого года. Она же является предметом текущих контактов Сергея Лаврова с его зарубежными коллегами. Мы работаем на этом направлении в тесном взаимодействии с США и Францией. Недавно на полях 70-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на которой были рассмотрены сущностные и такие практические вопросы урегулирования в преддверии предстоящего в этом месяце визита сопредседателей в регион. Также в ходе встречи обсуждались вопросы координации действий тройки упомянутой. К сожалению, возобновление политического диалога осложняется обострением ситуации в зоне конфликта, увеличением числа жертв, в том числе среди мирного населения. Мы исходим из того, что дальнейшая эскалация просто недопустима. Призываем стороны отказаться от использования силы, проявить политическую волю, необходимую для достижения компромисса.